я к тому, что я наблюдаю, как люди живут в этом старье и не хотят, хотя у них есть для этого все возможности, навести в этом всем порядок. Да, то есть оно выглядит реально ужасно. И они с этим окей. Они не видят в этом ничего ужасного, потому что они живут в этом живут. Но новые города, они категорически другие, да, то есть там просто неприемлемо вот такой вот пестицид, который здесь происходит. Ну, хотя это как бы, конечно, не то чтобы совсем, но не очень красиво. Вот, и я к тому, что нет у них возможности это все исправить, в принципе. Хотя прецеденты, конечно, такие есть. Можно посмотреть на Москву. Ну, как оказывается, не зря ей дали такой статус «Лучший город мира» несколько лет назад. И вот вопрос скорее в людях. Да, если люди эстетически и психологически не хотят в чистоте и в красоте находиться, а для них такое разруха ок, не поглотит ли эта разруха эти все города, и не вымрут ли они от этой лени и нежелания развиваться в сторону эстетического совершенства? Вот в чем вопрос.